Заходите. А все зашли? А что, блин, да, 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 все, все. А чё не едем-то? Я пошёл. Я тоже. Бляха. О, нет! Привет, Квантум с вами. Сегодня наша задача сбежать из школы и больницы. Предварительно нам необходимо подготовить все для побега. Собрать инструменты, открыть двери, заправить транспорт и починить его. Но все не так просто, ведь нас будут преследовать жуткие создания, которыми управляет искусственный интеллект. Приятного просмотра, не забывай про подписку на канал, начинаем. А что здесь делать-то нужно? Мы приехали в школу. Какой-то агрессивный хрен нас... Тихо, 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 тихо. Чё орёшь-то? Тихо. Тихо. Если вы прям то лютый красный будете разговаривать, это всё капец, чуваки. Хуй! Половой орган! Мне кажется, в эту игру не так играть нужно, ребят. А, пацанам нужно файлы собирать. Я нашёл один файл из 8, слышите? Белые бумажки. Файлы ищите. Блядь, туалет. Я постараюсь, чуваки, не заходите. Спокойной ночи. Нашел. О, файл нашли еще хорошо, один. Хорошо, отлично. Монстра нету, видимо. Я ключ нашел, еще ключ. Ведро. Колесо, ключ, пацаны, да, колесо, да, нашел. Вышли? Я колесо нашел, нахрен нам колесо. Попробуй тут. Первая дверь. Мне нужен ключ, чтобы открыть дверь. У меня есть ключ в руках. Беги, 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 беги. Да за что? Опа, мама. Опа, она. И чё, блин, я стоял, молчал, никого не трогал. Колесо нашел. Недавно наткнулся на крутую игру, в которую можно играть с компьютера и телефона. Это Hustle Online. Бесплатная онлайн-игра с открытым миром от третьего лица. Как и говорил ранее, в нее можно играть с компьютера и телефона, с живым общением и дружелюбными игроками. Здесь ты сможешь влиять на жизнь людей, стать депутатом или мэром, принимать важные решения. Хочешь больше экшена и веселья? Тогда становись на криминальный путь. Мути грязные делишки. Для этого в Hustle Online есть все необходимое. Кстати, у меня для вас есть промокод Quantum. Активируй его на 15-м сервере и получай крутые бонусы при старте. Скачивай Hustle Online по ссылке прямо сейчас, вводи промокод из описания и будь самым крутым на районе. Металлист, заткни рот свой. Я сейчас вам телефон в жопу затолкаю, мистер Квантум, который вы там на стол роняете. Что нам сделать-то нужно здесь? Ах, это кто? Пацаны. Тут говнюк со сломанной шеей ходит, это кто? Вот что нужно. Нужно три палки, веревка, и мы сделаем лестницу и сбежим. Я палку принес. Ты, хватит мне кидать. Докидались, придурки? Докидались? Страшно, врубай. Слышь, чувак, это наша самая тихая запись. Кто щедро не дарит? АСМР. Да, реально, СМР. Я дверь открыл какую-то, Ну, типа, ты монстр. Да Квантум кто? Чё за дверь гонишь-то? Кто еще может быть? Нам осталось два файла. Может, файлы тоже зачем-то нужны? Какая-то хрень рядом. Прям максимально аккуратно всё. Эта хрень выбивает двери с ноги. Вот, открывай эту дверь. Это трендец. Пошел так. Там призрак душит. О, чуваки, забираем. Географию за пятый класс. А как выкинуть предметы, не понимаю, на что? Я предохранитель нашел. А куда предохранитель поставить? Слышите, я предохранитель нашел. А, в генератор. Где генератор? Он в туалете? Он здесь налево сейчас. Я пока на... Вы шумите сильно. Короче, вставляй. Вставляется, нет? Нет. Он работает, потому что, видимо. А масло есть у кого? У меня есть масло. Налей масло ему. А ему нужно масло? Наверное. С чего ты взял? Он даже ничего не пишет. Кого-то душат. Я не понимаю, что найти-то нужно. Бегит, быстрее делай! Пацаны, как дела? Мы пилу нашли. Иду к вам. Вот предохранитель до него сюда. Мне нужно что-то, что перережет провода. Блядь!
Пацаны, я притащил сюда три доски. Блять, ум! Оно как будто умнее стало! Валим, оно как будто... тут реально, походу, искусственный интеллект, оно умнее становится. Это уже! Блять, нахрен! Халтор, душа со страшной силой. Ой-ой-ой-ой! Валим! Нет! Ты шепчешь, и ничего не понятно. Я говорю, у меня есть лестница, и куда ее использовать? И где аптечка, чтобы Халтора поднять? Еще куда лестницу присобачить? Козёл такой. Шаг тебя нюхал. Улю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Ах ты, сука. Где лестница? Есть людей одна. Прикрывайте меня. Перерезай провода. Так, я перерезал уже. Предохранитель вставляй. Вставляет. Тут навестись нужно на текстурку. Нет, не вставляется. А даже что-то что... На. Подожди, а почему я не могу? Перерезать. Вытащить их надо. А может нам из резака нужно сделать? Это самое ножницы, не знаю. Тихо, тихо. Уходит тренота. Главное, чтобы не услышал нас. Пошла в наш кабинет технологию. Это он тупой, блин. Бляха. Какая жизнь. Гадкая ходит там. Кирпич нашел? Нихуя. Да нет, ничего. Там внизу кирпичи есть. Сдолбался уже говорить еле-еле. Потихоньку. Реально, уже есть такая хуйня, что этот чепушил пойдет быстрее. Ага, тут кирпичей дофига. Ой, блин. Чё надо, непонятно. Идёшь нафиг, падла. Идёшь в жопу, паскуда. Разобрались? Вот там вот этот запасной выход. А, вон лестницу куда, смотри, я нашел. Ебать. Нам нужно выйти туда каким-то образом. Нам надо ключ найти, чтобы открыть вот эти двери вверху. А где ключ найти? Мы же везде здесь побывали. Абсолютно все исследовали. Там, откуда я бежал, аптечка. Еще один призрак. Убил кого-то. Угу. Этот ключ точно такой же, как у меня в руке. А, ключи от машины написано же. Я секатор нашел, чуваки. Его подобрать можно, я тоже его нашел, но он не подбирается. Нет, его не подбирается. Ключ еще какой. Нафиг куча старых ключей. Пила. Ну, походу реально они нужны. Тут больше предметов, походу, чем нужно. Ну да. Стоп, а может нам нужно сделать две? Эти самые. Лестницы и состыковать их? Да. Ну, давай попробуем. Не, а да вот ставится. У кого пила? Прикрывайте, у меня. Какая-то громко. Да. Все, нужны еще, короче, чуваки. Веревка доски. Нужна. Пацаны! Я нашел там. Молоток. Веревку нашел, пацаны. Я молоток нашел. Беги! Я молоток нашел. Убили кого-то. Не в ту сторону побежал, мужички. Вот тут. Я тебе возражу. Вот выбивай тут. Данил, вот выбивай. Я молоток нашел. Ключ от аварийной двери. Вот, открывай. Есть еще одна аварийная дверь, не это. А, у нас лестница есть. Нет, у нас есть лестница, мы можем свалить. Свалить, алло. Димона, поднимите. Да, я делаю. Все, я открыл дверь. Медалист, пошли в эту сторону. Все двери открыты, пацаны. Погнали. Акер остался, что ли? Мы все свалили, Акер остался? Жопа Акера. Да ну нафиг! А мы свалили! Да, мы свалили, Акер, ты остался. Как вы свалили? Мы открыли дверь или... Где мы? А где мы? А где? Походу продолжение. Нифига он с такой высоты спрыгнул, нормально ему. Что за фигня, это мы игру прошли? Походу игру прошли, да. Мы в пустыне, такое эхо, как будто бы это шиза какая-то. Что за хрень? Мы прошли уровень. Мы прошли, чуваки, да. А там еще уровни, знаете, какие есть? Идет что-то, идет. Да тише говори. Пойдемте в кабинет, пацаны, заходите. Закройте дверь, я закрываю дверь. Тише говори, Дизари, ртом оно своим. Оно убежало, все хорошо. Дизари, ты испугал своим голосом. Говори, слушай, не говорил ты. Ты дурак, блин. Оно по второму этажу ходит, по-моему. Хрена, оно жирное. Да, оно капец. Оно любители KFC, ведрышек. Можете потише. Надо потише, реально себя вести. Нам нужно искать записки, и выход нам нужно найти, чтобы свалить отсюда. Я боюсь вообще отойти. Так я тоже. Пойдемте вместе. Я как будто вообще в метро играю. Дизарь, ты можешь потише говорить? Ты что такой громкий? Да заткнитесь, ну вы пи***. Да ты сам замолчи. Что это такое? Это что? Ящик? Депрессия можно?
Не советую вам. Не советую вам туда заходить. Не, да, тут прятаться можно. Чуваки, а что? Как фонарь выключить? А что, если оно не на звук реагирует, а на... Я слышу, оно идет. Свет? Ну, типа, ну, кстати, я не знаю, на что. Есть такое ощущение, будто бы он не реагирует на звук, потому что мы... Я слышал его свист. Все поверили, такие громкие. Аварийный выход нужен. Здесь тупик? Здесь нужно понять, что есть. Здесь ничего нет, да. Понял, левое крыло. Что ты за звуки издаешь? А кто? Кто хрустит? Что это такое? Что это что за звуки? Бим-бам-бом! Вы что пугаете? Я кирпичом кинул. Ты дурак, он твой друг. Тут нет друзей. И бог. Ты задолбал. Тихо, оно рядом! Оно рядом! Это призрак. Сзади! Бляха! Дурак, он твой друг. Иди нахер. Почему он на моем голосом разговаривает? Оно твоим... В смысле оно разговаривал твоим голосом? Вы идиоты! Вы идиоты! Тут пятый! Тут пятый, да не ори! С нами пятый, блядь. Пьяница проклятый, я испугался, Дизари, это призрак. Вы адекватно, блядь, пятый был, блядь. И он безобидный. Халдор лежит, Халдора завалили, вон лежит, наверное, поднимать. Лежит на нас, Дань. Что за хрень? Эй! Жирный! Дань, тебя убьют. Давай Халдору лучше спасем, а не будем кричать. Дань, это он. Что это такое? Я активировал аварийный выход? Хорош, ты где? Я на первом этаже возле монстра. Я еще одну кромку нашел. Ё-моё. Ох, блин, это не к добру. Бляха-муха! Я пошел. До свидания, до свидания. Нам ваши услуги не интересны. Я ухожу. Ох, блин, он догоняет. Пацаны! Помогите! Нет меня здесь? О, нет! Как от него сбежать? Кто это? Еще кто-то слег. Все сдохли? Так, давай сразу залутаем все ящики. Ну, очевидно то, что нам нужно уходить подальше. Там весь лут, и нам нужно идти туда. Медалист, давай ты со мной, Дизари с Халдором. Сразу ящики открываем, чтобы прятаться в них можно было. Заходи. Где он ходит, непонятно. Бим-бам-бом тут надо водить. Тут бим-бам-бом, тут слишком много дверей. Нужен ключ. Надеюсь, я его не встречу. Найду сейчас все необходимые компоненты. Спасу пацанов. А еще аптечка. Трындец, теперь медицина. Даня, медицина. Такой, блядь, товарищ, так быстро убегаешь. Такой трындец. Я же любя. Этот ключ открывает только аварийные двери. О, давай его. Хорошо. На аптечку одну тебе. А у меня есть. Еще одну возьми. Опять этот бомж появился сзади. Еще одну возьми. Блядь, этот бомж, может он нас палит просто? А фиг знает. Пусть он нафиг идет. Этот ключ открывает только аварийные двери. О, это что, аварийная дверь была? О, это регистратура. Что здесь? О, шуруповерт нашел, Димон. Это хорошо? Два шуруповерта. На один шуруповерт тебе, братик. Бля, спасибо, но он мне нужен. Я что, буду мебель собирать сегодня? В этом бомжу мебель соберем. Но все пока живы, это радует. Не радует то, при встрече с этим монстром шансы у Фомка. Бим-бам-бом, пацаны. Мы на первом этаже. Мы, короче, можем лифт починить, пацаны, идите к нам. На втором этаже. Нам, пацаны, вы находили код какой-то или нет? Код бим-бам-бом. Пацаны, бим-бам-бом, вы код находили? Нет, мы нашли вертолет, лом. Откуда у тебя столько ключей? Топорыга, походу. Закрой дверь, дверь закрой. Я еще ключ нашел. На, аптечку возьми, Димон. У меня есть. Я ключ от вертолета нашел, Димон. Ключ от вертолета, блядь? Да. Сейчас надо лифт починить только и ключ от лифта найти. И тогда мы сможем к вертолету идти. Погнали, потихоньку идем. Мы сейчас свалим отсюда, Димон. Прикрывай. Сейчас починимся, все будет, Димон. А вот это ты починил? Гаечный ключ, блядь. Аварийный ключ. У нас есть все, кроме долбанного... Гаечного ключа. Нет. Просто я думаю, может у пацанов бляха! Что-то есть. Козел этот со сломанной головой. Фу, он к тебе бежит просто и все. Посраться не стать. Димон. Фига он там беснуется на втором этаже, жесть. Еще, блин, одна Фомка. Не, ну тут гораздо труднее предметы находить. Вообще трындец. О, ключ нашел гаечный. Ядрит, он долго ремонтируется. Я как Гарри Поттер волшебной палочкой машу. Лингардион Левиоса. Левиоса нафиг. Почему он не ремонтирует?
Он очень долго чинится, Димон. Я просто как веером машу на себе. Мне жарко стало. Просто такой, устал нафиг. Гаечным ключом, блядь, проветриваешься. Газовым разводным ключом. Чинись. Все. О, почему? А что дали-то? Ну все, ключ нужен только. Нужен ключ, чтобы... Нафиг мы это починили? Может, у пацанов есть ключ, блядь. А я починил же уже, зачем еще раз гаечный ключ? У них, может быть, есть ключ, блядь. Надо поднимать. Нам тоже нужно. По-любому на втором этаже ключ находится. Погнали. Но шанс того, что мы сдохнем сами, очень велик. Димон! Деньги. А нам точно нужны пацаны? Блядь. Я нашел ключ от лифта. Давай я пойду их спасать, если что, ты просто умирай, уезжай. Охренеть, я без тебя не уеду. Пойдем тогда вместе умирать. Пойдем, ну мы у вас уже можем, ой, у нас есть и ключ от вертолета, и ключ от лифта, мы уже все сделали. Чем мы не занимались, наверное, на втором этаже? Мы все сами, Димон, сделали, ты понимаешь? Бляха-муха. Куда Димон делся? Он поднял кого-то, хорош. Но Димон вроде всех поднял. О, сюда. Вот. А Дизари подняли? Где Дизари? Да, всех подняли. Сюда, Дизари, сюда. Все. Идемте в лифт, блядь. Заходите. А все зашли? А что, в лифте? Да, все. А че не едем-то? Я пошел. Я тоже. Бляха. Блядь! О, нет! Выломало меня. Какое очко? Че, уехали, да? А че еще надо? Да, ну, электричества, может, нет? Я врубил питание. Ну, я не знаю, может быть, ты ключ от вертолета не находил? Нашел и ключ от вертолета, и ключ от лифта. Все нашел. И лифт починил. Пойдем на вертолет. А пацаны? Все пойдем, говорю, на вертолет. Так мой лифт не работает. Так в смысле на вертолет можно по лестнице подняться? А нахрен я лифт сделал? Я не знаю. Опа. Да ну нафиг. Это вертолет? Да нет, возле вертолета. Он открыл его. Я вертолет открыл. Я мог бы использовать вертолет, чтобы... Я бы мог, может быть, не знаю, масло... А, бензин, пацаны! В этом вертолете нужно немного топлива, вот смотрите. Да? Да, вот бензин. Кто-то масло таскал с собой? Блядь, я видел канистру. Я тоже видел канистру, да, где она была, она причем такая. Вот, а я выбросил, не взял ее. Димон, чтобы лифт заработал, нужно нажать на аварийный включатель, и мы можем уехать оттуда. А, чуваки. Ты видел, Колдор, ты видел аварийный включатель? Стой, у нас есть шуруповерт. У нас есть шурик. Шуруповерт нужен. Сделайте. Хотя я у меня есть циркулярная пила, нахуй она нужна. Я могу вернуться, у меня недалеко шурик валяется. Иди, а мы пока топливо поищем. Да, эту штуку, Дизайн, нужна мне. Вот, держи. Все, давай. Я вертолет буду хранить, пацаны, чтоб монстр на нем не улетел. Вот это задача, вертолет охранять. Дизайн, поднимешься, что всех? Братки, пусть здесь будет масло. Или бензин, что там в этой канистре. Фиг пойми. Здесь вообще нафиг пусто. Отличная комната. Просто великолепная. Ты нашел что-то? Я нашел пробки предохранительные. Нужен этот предохранитель. На втором этаже ты видел его? Нет, не видел предохранитель. Я в прошлой сессии нажимал на него, нас завалили. Да, я тоже находил в прошлой сессии. Где он гремит там, интересно? Это 9919. 9919? Я не знаю, слышишь ты меня? Да, 9919. Мне очко, Сань, пока. Нет, я его накуканил, он лох. Что делать, Сань, он бежит за мной. Я знаю код. Я знаю, что мне жопа. Сосаун делай. Нет здесь. Да блин, как он знал, он не видел даже меня. Козел такой. Вы завели вертолет, чуваки? Да, блядь, я нашел топливо. А, подожди, мне нужно квантум возродить. У меня нет аптек, если что. У меня есть, Ждите тут. Да нет, он не бежит с тобой. Бежит, не видел тебя. Видел. Нет, не видел, он ко мне пришел, стой. Данил, поговори. Говорю. Ух ты, ё-моё. Что это было? Что за хрень? Данил! Он типа хочет слышал. Данил! Он слышал меня у тебя. Он тебя слышал в моей. Да ну нафиг! Да, он слышал тебя в моей голове! Что за хрень? Ты начинал говорить, и он оказывается, какого хрена, Данил? Я в офиге вообще!
Ты его, знаешь, он уходит, ты начинаешь говорить, он опять становится своим органом половым ко мне. Ты жесть. Ты видел два раза? Да. За тумбочкой не увидел. Прыгни вниз. Динарик вертолету, блядь. Вертолету. Не вертолет еще. Не, он не поднялся, он не поднялся. Отвязай, отвязай, отвязывай. Улетай. Отвязывай меня. Убегай, убегай, Димон, убегай. Надо перерезать тросы, блядь. Блядь. Каких перерезать? Зачем помочь? Беги. Да, не дай мне голос. Скажи, пожалуйста. Я не вижу, убежай. Бег. Беги, беги. Я тут сижу, блядь, ну придурок. Охренеть. Да нет, знаешь, что вам прикольно? Голос. Тросы нужно было болгаркой срезать, которую ты мне отдал, Десари. И квантом, который лежит боком. Дима, что ты сделаешь? Спасти друзей или улететь? А мы даже улететь не могли. Не смогли уйти. Это очко, пацаны. Это был Паникер. Как тебе серия, пиши в комментариях. Если хочешь новый выпуск, напиши об этом. Не забудь про подписку на канал. До скорых встреч.